Санитарная обработка общественного транспорта – одна из важнейших мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Организации, осуществляющие перевозки, проводят дезинфекцию автобусов и другого транспорта по несколько раз в день. Александра Литкова продолжит тему. Как правило, в зимний период пассажиров, которые отправляются в окружные села на судне на воздушной подушке, не так много. По словам капитана Ивана Кононова, заполняемость не более 20% на каждый рейс. Есть возможность соблюдать необходимую дистанцию. Тем не менее, обработка салона судна проводится после каждого рейса. Пассажирские рейсы в окружные села Северная транспортная компания выполняет 4 раза в неделю. С утра на судно приходим, обрабатываем судно дезинфицирующими средствами перед посадкой пассажиров. И после того, как возвращаемся с рейса, также проводим дезинфекцию судна. Ну, внутри обрабатываем препаратами. Таким же образом проводит дезинфекцию пассажирских автобусов, курсирующих по маршрутам номер 10 и 415. Водители обрабатывают салоны транспорта в перерывах между поездками. Санитарная обработка происходит в перерывы, то есть за 10 рейсов, соответственно, там есть перерывы. Вот первый перерыв у нас идет большой, около 2,5 часов. Соответственно, машина полностью дезинфицируется, то есть салон, соответственно, вымывается все, поручни, проходит дезинфекция кресел. В условиях повышенной готовности транспортные предприятия Ненецкого округа делают все возможное в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и напоминают пассажирам о необходимости нахождения в общественном транспорте в масках. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север».